Иногда владелец этого имени доходит даже до нахальства, но быстро остывает и не знает, как оправдать себя. Эти люди всегда чувствуют себя свободно и раскованно. Их любовь к свободе, приключениям, эксцентричной жизни столь же огромна, как и благородство их души. Из них получаются прекрасные политики, общественные деятели, ораторы, писатели. Буква «Д» в этом имени не со всеми звуками удачно сочетается и вызывает в сознании настороженность, что приводит к сложностям во взаимоотношениях. Буква «М» в имени дает большую внутреннюю силу. Носителю имени не придется заставлять трудиться. Также считается, что букве «А» в этом имени свойственно стремление всегда быть во всем первым. Представители этого имени всегда добиваются своих целей и побеждают при любых условиях. Это яркие личности, обладающие благоразумием и рассудительностью. Предпочтение часто отдают тихой и спокойной жизни, а в любви способны идти на любые жертвы. Жизнь сулит таким людям много испытаний, но врожденный здравый смысл и позитивный настрой помогают им довольно легко переживать невзгоды. Владельцы этого имени всегда подумают, прежде чем начать действовать, но их действия в основном приводят к застою в делах. Это силы и желание что-то начать и осуществить. Стремление быть первым, лидерские и организаторские способности, большая склонность к действиям. Иногда носители этого имени упрямы, заботливы и в то же время застенчивы. Буква «С» в имени говорит прежде всего о стремлении к стабильности и материальной обеспеченности. Дорогой друг, поставь лайк под видео и подпишись на канал. Мы зависим от твоей помощи.